Это самоуверенные и целеустремленные личности. Такие люди щедрые на подарки и сюрпризы. Они энергичны и самоотвержены. Они уважают своих собеседников, умеют поддержать общение. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. Личные козыри оставляют на будущее, не показывают суть. Они готовы на романтические поступки ради любимого человека. Эти люди безобидны и взаимны. Часто это задумчивые личности и обладают своенравием. Всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Они обладают талантом убеждать, отказать им сложно. Это упорные, сильные личности с развитым интеллектом. Они предпочитают заранее планировать развитие отношений. Они наделены природной способностью чувствовать эмоции. Стремятся развивать свои таланты в искусстве. Этим людям важно коллективное мнение. Они умеют делать широкие жесты. Обожают дарить подарки и делать широкие жесты. Достигают успеха в передовых технологиях и искусстве. Своих целей они добиваются упорным трудом. Они целеустремлены и рациональны в действиях. Эти люди имеют проницательный ум, логическое мышление. Невзгоды закаляют этих людей и делают мудрее. Они умеют быть честными сами перед собой. Эти люди берутся за сложные задачи и безупречно выполняют их. Это правильные и цельные, жизнерадостные личности. Это интеллектуалы и фантазеры в одном лице. Из них получаются также успешные психоаналитики. Благодаря предприимчивости организовывают свой бизнес. Любят ярко одеваться, стараются быть в тренде. Они способны стать профессионалами своего дела. Они способны превозносить себя и свои успехи. Большую часть жизни они обучаются и совершенствуются. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Они ищут индивидуальный, несравнимый жизненный путь. В юности они могут увлекаться боевыми практиками. Они не заводят неприятных для себя знакомств. Они умеют найти общий язык с любым человеком. Они отличаются самостоятельством и лидерством. Они вызывают искреннюю симпатию и любовь. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.